Папа? Да. Это становится проблемой, что я прихожу с вами. Почему это проблема для тебя? Ни скутер не могу нормально водить, ни пешком идти не могу. Почему ты не можешь водить скутер из-за меня? Вы же видите, я всегда приезжаю на скутере, а потом веду его. И что мне делать? Мы купили его, чтобы ездить, а не везти. Я и сам не могу ездить, и вместе мы не можем. Ладно, поедем вместе тогда. Он не выдержит, разве не видите? Ладно, купим побольше. Двухместные купим, хорошо? Надо так сделать. И еще, папа? Да. Не понял. Почему вам больше денег дали? Эй, глупый! Я твой отец. Я тебе не враг. Если дали, то мне дали. Я старше тебя. Больше работы делаю. Сказать, что вы больше работы делаете, немного неправильно, не так ли? Ты мой сын? У вас есть сомнения? Нет. Вот, я ваш сын. Почему ты тогда споришь со мной? Со своим отцом? Я никогда не смотрел прямо в глаза своему отцу. И от этого один глаз у вас прищурился. Сейчас так ударю. На нервы действуешь мне. Маленький такой. Почему маленький? Я же жениться собираюсь. Да, женишься. Когда я стану кассиром и буду много зарабатывать, вот увидишь. А ты будешь зарабатывать свои 100 000. Папа? Да. Вы мой папа? Есть сомнения? Сомнений нет. Почему тогда говорите, что я буду зарабатывать 100 000? Да, 100 000, если говорю 100 000. Папа, кажется, я зарабатываю 500 000. Никак ты не зарабатываешь 500 000. За твою работу и 100 000 много. Понятно? Ой, ладно, папа. Все, ладно, ладно, идем. Уже поздно. Алло. Да, хозяин. Джамшид, что нового? Хозяин, я сейчас все выясняю, но пока не нашел. Пожалуйста, поторопись, Джамшид. Хорошо. Что бы ни случилось, ты должен найти. Я вас понял, хозяин. Постараюсь. Здесь делами гостиницы немного работы накопилось. Ладно, но все равно поторопись, иначе никак. Хорошо, шеф. Ладно, ладно, поговорим позже. Ладно, ладно, поговорим позже. Все в порядке? В порядке, в порядке. Кого вы ищете? Да, одного знакомого. Служили вместе. Попросил Джамшида разыскать его. Понятно. А у вас все хорошо? Да, все хорошо. Почему-то в последнее время вы беспокойны. Нет, нет, все в порядке. Что-нибудь нужно? Может, чай заварить? Нет, не нужно. Хочу немного посмотреть телевизор. Ладно, тогда я выйду. Хорошо. Хорошо, отдохните. Ну ладно. Пока. Талибджан. Да, мама. Посмотри, кто-то стучит там. Хорошо. Кто дома? Сейчас. Открывай двери. Кто тут, Талиб? Я. Вот тебе.
О боже, дорогой, он бьет вашего сына. Что ты делаешь? Что происходит? Кто ты вообще? Посмотрите. О боже. Ты понял меня? Какую жену? Не понимаю. Не понял, что? В чем дело? Что здесь происходит? Боже, посмотри мой. На меня. Что случилось? Да что происходит? Я тоже не знаю, мама, папа, я не понимаю. Врываться в чей-то дом? Чего вы я хотите вообще? Я тебе покажу, вообще? Как флиртовать с чужой женой. Забыл, как флиртовал с моей женой, а? О боже. Боже мой, что он говорит? А, это клевета, мама. Послушай, я вчера довел твою дочь до дома и школы. Твоя жена беременна. Я помог, чтобы она не поднимала тяжести. Вот. Твоя мать тоже была там. Ты не спросил у нее? Эй, я очень хорошо знаю, что произошло. Если я выгоню жену, ты хочешь взять ее в жены, да? Ой, господи. Эй, что ты говоришь? Ведь у него есть жена. Ты уже сходишь с ума. Дорогой, послушай не меня. Надо. Если не хочешь, не чтобы надо. Чужой мужчина входил в твой дом, не надо. Приводи свою дочь из школы вовремя, понял? Она твоя дочь. Она ждет тебя каждый день. Эй, я сказал, выйди из моего дома. Это еще дома. Не конец, мы еще поговорим. Ну-ка, уйди, эй, уйди. Иди, иди. Господи. Что происходит? Что это за разговор? Что ты делаешь? Помогая чьей-то жене, создавая нам проблем. Что это значит? Папа. Его жена беременна, я помог. Он клевещет. Это ужасно. Если добром отвечает злом, что это такое? Может быть, он ходит с его женой? Папа. Он ведь не просто так папа, пришел. Папа, что вы такое говорите? Вы тоже верите его словам? Почему тогда он приходит в папа, наш дом? Папа, говорю же, он клевещет. Его мать видела, неправильно поняла. Без ветра дерево не колышется. Папа, что вы еще говорите? Он ведь не просто так пришел. А может, обманывает? Его дочь моя ученица. Она всегда задерживается в школе. Я довел ее до дома из добрых побуждений. Помог и попал в беду. Его мать тоже была там, видела. Если передала неправдивую информацию, наверное... Да, это его мать. Папа, мама, вы мне не верите? Верю, сынок. Верю. Ему уже нельзя доверять. Эй! На меня клевещут. Я рассказываю, как все было. Они тебя не сильно побили? Нет, ничего серьезного. Господи, дай Бог мне терпения. Алло? Алло, ассалам алейким. Алейким ассалам. Шайдо, как вы? Да, а вы как? Спасибо, слава богу. Как вы, Шайдо? У меня все хорошо, спасибо. Как здоровье? Да. Что случилось? У меня к вам есть разговор. Да, я вас слушаю. Моя сестра сейчас не ходит на работу, поэтому было бы хорошо... Если бы вы пришли домой и поговорили с ней. У вас отличная возможность. Шайдо, мне теперь не интересно, ходит ли Зилола на работу или нет. Почему вы так говорите? Ведь она ваша жена. Хоть она и моя жена, но она не ведет себя как жена. С ней, я думаю, что лучше нам пока не видеться. Нет, зять, вы не правы. Эх, Шайдо, хватит. Я хотела сказать, что вам следует прийти и поговорить с ней. Не знаю. Ну позвоните, ничего не теряйте. Ведь вы столько времени были вместе. У вас была свадьба. Это ваша жена, вы ее любите. Да, я сейчас в одном месте. Шайдо, давайте поговорим позже. Тогда вы позвоните, да? Посмотрим. Ну хорошо, удачи вам. Ладно. Пока.
Мазада. Что случилось? Все в порядке? Озода. Я тебя спрашиваю, что случилось? Почему ты плачешь? Все в порядке? Вам надо спросить, все ли в порядке. Говори понятнее, пожалуйста. Что случилось? Толебаке. Я знала, что рано или поздно так и будет. Поэтому я и предлагала развестись. Мы долго тянули время. То, чего я боялась, все равно произошло. Что ты говоришь, Озода? Кто она? Беременная женщина. Ой, Озода, это просто клевета, недоразумение. Всегда одно и то же. Люди совершают какой-то проступок, а когда их разоблачают, говорят, что это клевета, недоразумение. Ты действительно неправильно понимаешь. Ты знаешь, какой я человек. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Видела, как никто, кроме меня, вам не нужен. Озода, это не то, что ты думаешь. Поверь мне. Если ты слушала, я все объяснил. Ты видела, что произошло. Это клевета против меня. Если хочешь, я могу объяснить и тебе. Ничего. Объяснять не нужно. Вы и не обязаны. Я сделала свой вывод. Озода, поверь мне, ты зря так делаешь. Ты плачешь не из-за чего. Веришь во все эти слова? Толебаке, неужели моя вина в том, что я не родила? Знаете ли вы, что самое болезненное – это предательство? Предали меня. Озода, не говори, не знаю. Я ожидала от кого угодно, но не от вас. Озода. Я никогда не предавал тебя. И не предам. Если ты мне не веришь, тогда не знаю. Вообще, мое сердце чувствовало. Когда вы поздно возвращались с работы, находили оправдание, что задержались. Как можно так много работать в школе
Я не могла понять этого. Зода, ты сейчас мне не веришь? Где наше доверие к друг другу? Я больше вам не доверяю. Может, этот ребенок беременной женщины действительно ваш? Озода, хватит. Ты уже перешла все границы. Есть предел всему. Настолько ты мне не доверяешь. Вы разрушили все эти границы. Красиво. Хочу научиться шить такие вещи. Да. Смотри еще вариант. Посмотри. Ой. Смотри. А кто это? Неважный человек. Ответьте. Нет. Кто это? Посмотри на это. Сестра, ответьте. Это зять? Да, твой зять. Ответьте ему. Поговорите. Мне не о чем с ним говорить. Почему? Как бы ни было, он же мой зять. Я не хочу сейчас разговаривать, Шайдо. Может, он скажет что-то важное? Может, звонит, чтобы извиниться? Что бы он ни хотел сказать, мне теперь совсем все равно. Смотрите, снова звонит. Ответьте. Нет, не подниму. Смотрите, сколько он звонит, это вас нервирует. А что будете делать, если встретитесь на работе? Если он выйдет на ваш путь? Не знаю. Сестра. Так не пойдет. Поговорите по телефону, встретитесь, обсудите все. Вам тоже нелегко. Но подумайте и о нем. Всем нам будет хорошо, если мы увидим вас счастливой. Вы все равно встретитесь на работе. Я могу поговорить, но не сейчас. Но вы все равно поговорите. Поговорю.
Я вас очень люблю, сестра. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Идем, хозяин? Вот, Кир, ты останься здесь. Мы с Джамшидом должны куда-то сходить. Вы говорили, что мы вместе поедем куда-то? Нет, нет, туда мы пойдем позже. Ты зайди и помоги тете с покупками. Оставайся дома. Если что-то понадобится, я скажу. Хорошо, хозяин. Вот, Кирджон, дайте ключи. Бабушка. Идем, сынок. Вы звали меня? Да, звала. Что случилось, бабушка? А что ты натворил? Что же я натворил? С утра в доме был шум и крики. Слышала голос твоей мамы. Твой папа тоже кричал. Мама не объяснила? Нет, не объяснила. Произошло недоразумение, бабушка. Меня оклеветали. Что? Кто оклеветал? Не знаю. Папа одной из моих учениц. Одна ученица часто остается после уроков. Родители не приходят ее забирать. Обычно разные учителя провожают ее домой. В тот день я решил проводить ее домой. Ну? Ее мать оказывается беременная. Я увидел, что она поднимает тяжелый предмет. Решил помочь ей. Потом откуда-то появилась ее свекровь и начала говорить нам всякие нелепости. Она нас неправильно поняла. Потом я ушел. Вот и все. Эта женщина, вероятно, неправильно донесла все своему сыну. И он пришел с утра и устроил скандал. Проще говоря, оклеветал меня, бабушка. Ты ни в чем не виноват, правильно? Ты говоришь правду. Бабушка, вы же знаете, какой я. Да, знаю. Просто я задумалась, что он дошел до нашего дома. Я же сказал, что это клевета, бабушка. Такие люди готовы на все. Они не стесняются ничего и могут клеветать. А теперь ваша невестка Озода тоже обиделась на меня. Она тоже неправильно поняла. Да, сынок, женщина такая, услышав что-то, она ревнует. Женщины более эмоциональные. В спешке они говорят, не думая. Вот так, сынок. Но ты правильно поступил, что помог. Хоть и свекровь неправильно поняла это, сынок, ты был прав. Да, бабушка. Хотел сделать добро, вышло боком. Сейчас нужно быть осторожным, делай добро людям, сынок. Правильно. Так и есть, бабушка. Теперь нужно как-то доказать свою невиновность. Нет, нет. К ним лучше больше не приближайся.
чтобы не стало еще хуже. Это бесполезно. Бог видит. Видит, что ты невиновен. Но... как мне убедить вашу невестку, бабушка? Ой, мой дорогой сынок, оставь это мне. Я сама поговорю с ней и все объясню. Ты не переживай, ладно? Моим словам она не верит. Разве поверит вашим? Ой, женщина лучше понимает язык другой женщины. Хорошо, бабушка. Попробуйте поговорить. Конечно, поговорю. Хочет — поверит, не захочет — не поверит. Но где она найдет такого хорошего мужа, как ты, сынок? Спасибо, бабушка. Хорошо, что вы у меня есть. Моя родная бабушка. Ты мой дорогой. Спасибо вам. Спасибо. Идемте, бабушка. Чаю попьем. Будем, сынок. Ты иди. Хорошо. Я сейчас. Ой, мой дорогой. Тетя! 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 Да, все в порядке. Ты... ты что, не ушел? Нет. Зять ушел с Джамшидом. Правда? Джамшид должен был помочь мне с покупками. Не знаю. Вообще-то зять позвал меня срочно, сказал, что у него есть дела, мы должны были куда-то пойти вместе. Он говорил, что должен найти кого-то. Джамшид должен был помочь ему. Но можно было бы пойти с Уткиром, правда? Ну ладно, Уткир, может, у зятя были дела? Тогда ты сходи на рынок сегодня, ладно? Ладно. Но зять никогда не оставлял меня одного. Ты не волнуйся. Наверное, у него были какие-то важные дела. Сходи на рынок, хорошо? Ладно? Хорошо. Я отправлю тебе список покупок в Телеграм. Хорошо. Ладно, иди. Ладно. Куда он мог пойти? Азодахон? Дочка, что с вами? Вы ведь знаете, что мой внук Талабджон не такой? Что это за разговоры? Что вы хотите, уйти из дома, что ли? Бабушка. Лучше я разведусь. Я не могу это терпеть. О! Что вы говорите, дочка? Успокойтесь, успокойтесь. Никогда не думайте об этом. Даже не представляйте. Вы хотите разрушить свою красивую жизнь из-за пустой клеветы? Развод для вас как игрушка, что ли? Сегодня молодежь говорит о разводе слишком легко. Нельзя так говорить, дочка. Ангелы могут сказать «аминь» на такие слова, и будет плохо. Ваша семья распадется, дочка. Бабушка, а вы смогли бы терпеть такое предательство? Ой, боже мой, что вы говорите? Какое предательство? Они ведь клевещут. Талабджон не такой.
Разве вы не знаете, как он вас уважает? Какой он человек? Не говорите такие вещи. Вы меня расстраиваете, дочка. Бабушка, я люблю вас и уважаю очень. Несмотря на то, что я не смогла родить детей, вы приняли меня здесь. Да, теперь я чувствую себя лишней. Я не могу не уйти. Вы никуда не уйдете. Выбросите это с головы. Скажите астагфируллах. Он так поступил, потому что у нас нет детей. Ой, опять вы говорите такие вещи, Озатахон. Я вырастила и воспитала Талибджана с детства. Он не такой человек, дочка. Не клевещите, не разрушайте свою сладкую жизнь, дочка. Что касается детей, то еще не поздно. Бог обязательно даст. Обязательно у вас будут дети. Никогда не думайте о плохом. Вот увидите, ваша жизнь наладится, и дети у вас будут. Все клеветы против Талибджана еще выйдут наружу, дочка. Они еще сами постыдятся. Талибджан очень добрый человек. Он проводил ребенка домой, потому что было поздно, хотел сделать добро, помочь беременной женщине. Из-за этого его оклеветали. Не верьте этим словам. Поднимайтесь. Займитесь своими делами и не грустите. Попросите прощения у Талибджана, хорошо? Не делайте так. Идите, дочка, приведите себя в порядок. Ах, молодежь. Шерзод? Да? Ты записал песню? Да, брат. Первый день записал свою песню. Понятно. На следующий записал новую песню. Ну как, тебе понравилось? Не знаю. Думаю, хорошо получилось. Я хорошо объяснил Муроду. Когда я пришел, Муродакя не было. Был его ученик, Тахиракя. И что? Мы познакомились. Хороший человек. Главное, чтобы он хорошо записал. Он сказал, что давно работает. Думаю, записал хорошо. Главное, чтобы тебе понравилось. Мне понравилось. Теперь нужно двигаться вперед. У нас мало времени. Мы можем не успеть. Клип, гастроли. Можем не успеть. Да. В общем, мы должны быть готовы в любое время. Да, еще мои друзья из России звонили. Говорят, что у меня новый певец. И спрашивают, когда будет совместный концерт. Да,
Ладно, брат. Главное, что требуется от тебя, это упорно работать. Конечно, брат. Мы не боимся работы. Главное, чтобы ты не был ленивым. Чтобы ты не зазнавался. Да нет, брат. Такого не будет. Я верю тебе. Спасибо, брат. Джалон? Да, слушаю. Ты поговорил с имиджмейкерами? Да, поговорил. И что они сказали? Можно идти в любое время. А можно завтра? Ладно, завтра пойдем. Тогда позвони и скажи, что мы придем завтра. Хорошо. Ну, угощайтесь. Ладно. Вы не устали, дорогой? Нет, спасибо. Вы оставили Уткира и ушли с Джамшидбеком, да? Так получилось. В прошлый раз я тебе говорил, что надо найти одного сослуживца. Он сказал, что нашел его и отвез меня к нему. Но это оказался не тот человек. Когда мы приехали, там был другой. Да. Я просто удивилась, что Джамшидбек, который должен был помочь с покупками, ушел. Да, я сказал Уткиру, чтобы он сделал покупки. Уткир все купил. Просто я удивилась, что вы внезапно ушли с Джамшидом. Вот и все. Да нет. Мы пошли по этому делу. Не волнуйся. Почему вы так ищете этого друга? Знаешь, когда мы вместе служили, мы очень сблизились. Мы были единственными узбеками. Я и этот друг. Я вспомнил его и решил найти, узнать, как он живет. Как он сейчас, жив ли, здоров ли. В службе ребята становятся очень близки друг к другу. Они становятся ближе, чем родственники. Поэтому я его искал. Понятно. Если так, то все хорошо. Ты не скучала дома, милая? Нет, почему мне скучать? У меня же есть Гузальпа. Хорошо, что она есть. Если бы она не была, этот большой дом давно бы меня съел, знаете? Значит, без нее гармония нарушится, да? Вам это слово очень нравится. Да, так и есть. Бехрус пришел? Нет, еще не пришел. Скоро должен прийти. Ну, Талиб. Идемте, папа. Как ты? Да, хорошо. Но ты поступил правильно. Что я сделал правильно, папа? Ты изменился. Да, ты изменился, но ты пристаешь к замужней женщине. Папа. Вы, кажется, все еще неправильно меня понимаете. Нет, сынок. Я тебя понимаю правильно. То, что ты начал идти в этом направлении, это хорошо.
конце концов, твоя бесплодная жена оставит тебя. Но то, что ты нашел, оказалось замужней, это плохо. Папа, хватит. Что вы вообще говорите? Я понимаю тебя, сынок. Такое случается у мужчин. Папа, я никому не изменял. Неужели вы не знаете, что я не способен на такое? После того, как твоя жена не смогла родить, искать на стороне было неизбежно. Не переживай, сынок. Мы все уладим. Если ты скажешь, что тебе нужна та, кто родит тебе детей, я найду ее для тебя. Папа, вы перегибаете. Мне никто не нужен. Я люблю свою жену. Что касается той женщины, я повторяю, что это все слухи. Я просто помог ей. Почему вы не понимаете? Даже когда я говорю, что найду тебе новую жену, это все равно вызывает проблемы. Независимо от того, что случилось, все равно тянешься к этому человеку. Можно ли нам сегодня спать в вашей комнате? Ой, почему? Скажите правду, с кем вы были? Я была одна. Он тоже мужчина. Хочет иметь детей. Она спросила у меня. Занимайтесь своими делами. Хорошо, извините.